Продолжаем выпуск. Подозреваемых в краже почти 30 лошадей задержали сотрудники правоохранительных органов области Улутау. Двое мужчин вывезли скот на грузовике с прицепом. Подозреваемых обнаружили на юге страны. 7 лошадей и грузовик, в котором перевозили скот, нашли в Казагурском районе Туркестанской области. Двух подозреваемых задержали в Жамбылской и Туркестанской областях в ходе оперативного мероприятия. Из 29 лошадей изъяли 7. На сегодняшний день продолжаем следственные действия.